Здравствуйте, дорогие друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, и это фокусы от моряка, как вы уже, наверное, догадались. В этом видео я хочу показать вам трюк моего любимца Эдварда Марло, который называется The Elevator. Переводится как лифт. Вот он перед вами, друзья мои, хозлифт номер 2. Давайте найдем для этого хозлифта наших опасных пассажиров. Итак, опасный пассажир хозлифта номер 2 – это вот этот молодой человек. Это вот этот вот попался, да? Так, где у нас? Так. Где-то я прошляпил самого главного. Вот этот вот. И вот этот вот. В самом конце у нас притаился. Итак, опасные пассажиры хозлифта номер 2 – это тройка, четверка и двойка и туз червя. Итак, официально вам представляю опасных пассажиров хозлифта номер 2. Это четверка червя, это тройка червя, это, конечно же, двойка червя. Ну и, конечно же, туз черви, куда же без него. Именно он самый первый сел на лифт и решил поехать вниз. Но нажал кнопочку и приехал наверх. Двоечка решила сесть сверху, нажала кнопочку и приехала снизу. Троечка зашла где-то посерединке, нажала кнопочку и выехала снизу. Ну и четверочка, конечно же, села сверху и сошла примерно где-то посерединке. Вот такие вот опасные пассажиры хозлифта номер 2.